Здесь судьи проверяют индивидуальную защиту, действия командира, выдвижение и выполнение работ, дезинфекцию и отчет. Как признаются сами, тревога отступает. В принципе, завтра, в заключительный день, специалистам предстоит проявить себя в очаге инфекционного заболевания и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. А после будут объявлены. Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Собрались встретиться, состязать. Так, проводим проверку крайности. Общая команда. Капюшоны снять. Так, проверка радиостанции. Волна номер 5. Включить рацию. Второй прием. Пятый прием. Так, осуществляем вход за границу очага. Второй, приступить к проведению дозиметрического контроля. Граница зоны очага. Радиация иммуна. Разрешите приступить к набору пробы. Разрешаю. Четвертый, провести отбор проб почвы. Пятый, расставить знаки. Thank you.
Принято. Второй, разрешаю выход из зоны. Это ночь. Чисто символический карбас, костюмок. Я имею в виду сыр. Да, да. Коньячок, шоколадка, все. Затем, получается, мы снимаем всю амуницию, складываем ее в проведение на мешок. Далее мы выворачиваем костюм таким образом, ну, опять же, чтобы не касаться там, ну, частей тела. Вот. Снимаем костюм. Вот. Далее мы, получается, да, выходим из сапог, встаем, вот, и цель снимаем, получается. Завязываем мешочек.